Сегодня мы вас знакомим с очередным японским автомобилем, собираемым у нас в России, на заводе в Ульяновске. Производство Solar Isuzu. Это модель NQR90, заводская серия ELF 9,5. NQR90 представляет собой автомобиль полной массой 9,5 тонн, из которых 3100 кг – это собственная масса, а 6400 – это грузоподъемность шасси. При полной массе 9,5 тонн вам не потребуется никаких пропусков для въезда в пределы МКАДа и до ЖД-кольца. Учитывая пожелания российского покупателя, производители Isuzu разработали аж 3 колесные базы. Вы можете выбирать именно ту, которая подходит вам. Различие колесных баз зашито в заводском индексе. Так, например, Isuzu NQR90 с индексом LK подходит под установку фургона длиной 5200, то есть под 10 евро палет. Isuzu модификации LL подходит под установку длиной фургона 5900. Представленный наш вариант как раз таки Isuzu NQR90 с индексом LM. Он подходит под установку фургона длиной 6 метров 400 миллиметров. Главной отличительной особенностью модификации Isuzu NQR90 – это наличие полностью пневматической тормозной системы, ресиверы которой располагаются с правой стороны шасси. Isuzu NQR90 отлично подходит для перевозок на короткие и средние расстояния, благодаря тому, что установлен бак объемом 140 литров. Горловины нашего бака также запираемые. Механизм опрокидывания кабины по традиции расположен с водительской стороны. На нашем автомобиле устанавливается турбированный дизельный двигатель объемом немногим более 5 литров. Его класс Евро 4, а мощность 155 лошадиных сил. Крутящий момент при этом почти 420 ньютон-метров. Тормоза барабанные, что спереди, что сзади. Оснащены они системой ABS. Для российских условий эксплуатации фильтр тонкой чистки топлива по традиции оснащен системой подогрева влагоотделителя. Главная фишка Isuzu – это открываемые двери на угол 90 градусов. Доступ в салон крайне удобен при этом. Есть специальная подножка и поручень. Базовая комплектация Isuzu довольно скудная. Самые главные отличительные особенности – это регулируемая рулевая колонка и подогрев зеркал специально для России. Остекление кабины довольно большое. Это обеспечивает вам хорошую обзорность. Кабина трехместная, но при необходимости вы можете использовать кресло среднего пассажира как столик. На нашем автомобиле установлена шестиступенчатая механическая коробка передач. Причем на задней передаче есть зуммер. У Isuzu есть более богатая комплектация кабины. В нее входит дополнительно кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок. Мы всегда настроены на длительные и доверительные отношения. В данном случае автомобиль мы готовим для нашего корпоративного заказчика, с которым работаем более 3 лет. В качестве благодарности мы установили магнитолу с колонками, а также сигнализацию с центральным замком, обратной связью и функцией турботаймера. Выбирая автомобиль для нашего клиента, мы учли его пожелания. Он хотел грузоподъемность до 6 тонн, вместимость до 12 евро палет, а также температурный режим на глубокую заморозку. Ввиду того, что мы использовали самую длинную базу,
у нас появилась возможность установить фургон габаритными размерами: длина 6400, ширина 2300, высота 2350, что в пересчете на кубатуру дает нам примерно 34,5 куба по наружным габаритам. Для температурного режима под глубокую заморозку мы использовали фургон производства завода Техпро. Что он из себя представляет? Пластиковая обшивка снаружи и внутри, алюминиевое обрамление фургона, задняя рамка и фурнитура дверей полностью сделаны из нержавеющей стали. Наш фургон изготовлен по технологии сэндвич-панелей. Толщина боковых стенок 70 мм, крыша, двери и передняя стенка 90, а пол 120. Именно эти параметры позволяют нам добиться требуемых условий перевозки. На задней рамке фургона вместо классических отбойников мы установили роликовые механизмы, которые позволяют вам осуществлять погрузочные и разгрузочные работы на пандусе. Для удобства доступа в фургон есть специальная лестница, а также поручень. Для освещения фургона используется обычно одна лента светодиодного освещения, но для нашего заказчика мы изготовили их две. У нас на полу специальное покрытие «Автопласт Техпро». Оно позволяет вам мыть фургон керхером. Фурнитура дверей, по традиции, запираемая на ключ. Холодильное оборудование, которое мы установили на наш автомобиль, позволяет вам осуществлять перевозку вашей продукции в любом температурном режиме, в интервале от плюс 12 градусов до минус 20. Гарантия на наше шасси 2 года либо 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Межсервис интервал 20 тысяч километров. Гарантия на фургон 2 года. Гарантия на холодильное оборудование 1 год. Дизайн кабин модельного ряда Isuzu, начиная от самой маленькой NLR85 и заканчивая модификацией NKR90, не отличается. Главное отличие – габаритные размеры. Слева от меня представлена модификация NMR85 грузоподъемностью до 3 тонн, а справа от меня модификация NQR90 грузоподъемностью до 6 тонн. Колеса у 3 тонника 16 радиуса, а колеса уже у 6 тонника уже 17,5. Топливный бак у 3 тонника находится с правой стороны фургона, а у нашего 6 тонника с левой стороны. Если вы хотите возить до 6 тонн груза, либо до 12 евро по литру вместимости, то этот автомобиль ваш выбор.